Всех приветствую, друзья. Закончил вот такой нож с таким достаточно простым чехлом. И с черной сидельной кожи немножко протеснил. Вот такой подвес сделан. И теперь немного о самом ноже. Общая длина идет 260 мм. Монтаж с одной идет. Ручка из стабилизированного ясеня. Наборный больстер из бронзы. Тыльник. Тыльник также сделан из бронзы, пин поставлен, клинок трехслойка Sanmai, 40К13 нержавеющая сталь, на обкладках 9 хс в центре через тонколистовую медь. Шлифовка до 1000 доточного зерна абразива продольно. Вот такой нож.